Йо-йо-йо, всем здорово, здравствуйте. Привет. Сегодня у нас будет такой новогодний шикарный выпуск, вообще по кайфу. Мы будем пробовать еду. И сегодня мы будем пробовать вот в нашем новогоднем выпуске бутербро. Сэндвич. И еще одного бутербро. У нас, короче, братюнь появилась. Да, вот. И я еще себе один взял. Вот. И так что у нас теперь братко. Белококлой. Белоколой, вот, чтобы было новогоднее настроение. Обязательно. Ну что ж, пора распаковывать этого бутербро. Так, вот Егор уже достал своего классического, крутого, такого с курицей и цезарем. Правильно? Да. Ну что ж, давайте попробуем. Я вижу он сочный достаточно, как заявлено на упаковке. Что скажешь? Вкусно достаточно. Ну что? Чувствуется курица. Чувствуются соленые огурчики и чувствуется много начинки. Угу. Очень вкусно. Отлично. Ну, Егор поел, но теперь время мое. Так, как-нибудь надо бы... Егор, возьми камеру. Я ее еще фронтально сделаю. Почему я могу затупить? Достать. Капец, он недоставаемый. По сути своей, да. Ну, все. Вот. Сразу огурец так вот. Ударил на язык, другого не почувствовал. Ну, в принципе, в разрезе видно. Ну, не в разрезе, а в этом. В распуше. Вкуснятина. Ну что ж, единогласно. За цену в 3 рубля это очень вкусно. Угу. За 3 рубля дается 200 грамм. Это, ну, хорошо так достаточно. В принципе, ну, не каждые чипсы так, с такой граммовкой. Ну, а вот тут у нас вот такой прикол. Смена формата, теперь вы видите потолок, ну, в большинстве своем. Мы друг другу дали... Поменялись, свой, да. Да. Свои бутерброды. Ну что, давай попробую. Мой. У тебя огурец соленый. Угу. У меня же он свежий. Обычный, да. Ну, вот разница чувствуется такая вот. Приятная. В принципе, не зря тут свежий использовали. Как по мне, тут, ну, если бы был огурец маринованный, то это загубило. Да. Ну, а тут, по-моему, огурец соленый подходит. Курица. Ну, тут я чувствую, много сыра есть. Также есть майонез какой-то. Мне сыра не хватает. К сожалению. Там, говорит, война началась, в принципе. И, походу, кто-то тоже не смог открыть ни один шаурмичный ларёк. Ну, ничего, это большая проблема. Очень вкусно. Да, серьезно. Что ж, Егор пытается открыть этот бургер, это бутерброд. Так, он мой. Ой! Он мой! Так, ну выглядит он, конечно, забавно такой вот. Забавно. Такой. Дабл фанни. Да, вообще дабл фанни. Ну, слушайте, тут у него жопка. Ну, как раз я думаю, за нее и укусить его гордо сними. Чертовски вкусно. Это чертовски вкусно. Невероятно. Просто по-новогоднему. Очень вкусно. Йоу, с 2023 мы будем доедать этот бургер. Давайте, до скорого.
Ну что ж, наступило время колы. Надо все это запить. Блин, бутербро улетает. Подержи бутербро. Подожди, я тоже хочу. Подержи тогда камеру. Ну вот, в принципе, и подходит к концу 2022 год. Я желаю всего хорошего, и чтобы вы так же хорошо питались, как и я, и пили колу. Это посмотрит 2,5 человека. Желаю им всего хорошего. Все. Мне за нами наблюдает дед.